Здравствуйте, мои дорогие. Я вам обещала показать дом, с которого мы переехали. И вот держу свое обещание. Проведу вас по туру по своему дому. Ну, бывшему. То есть он еще наш, мы его еще не продали, но мы его выставим на продажу очень скоро. Вот так наш дом выглядит снаружи. Этот дом на 170 квадратных метров. У него 4 спальни, зал, кухня, 2 ванны с туалетом, гараж на 2 машины и прачечная. Ну, давайте зайдем внутрь. Не обращайте внимания на вот этот вот весь мусор. Ну, не мусор, просто это некоторые ненужные нам вещи. Мы вот так вот выставляем у дома, а потом кому нужно, могут прийти и просто забрать. Вон там у нас старый матрас, надувной, надувное кресло, короче. Ну, все то, что мы с собой в новый дом не захотели забрать. Ладно, идем дальше. Заходим. О, и да, хотела вам сказать, не обращайте внимания на бардак, хотя мы очень много вещей уже перевезли. Сейчас у нас идут, как сказать, работы по небольшому благоустройству. То есть вот мой муж там стены красит, кое-что чинит, ну, для того, чтобы дом на продажу вышел как конфетка, в хорошем состоянии. Вот так вот заходим, и у нас здесь сразу же коридорчик, да? Вот такой коридорчик. Это то, что мне очень-очень-очень-очень просто нравится в нашем доме. Это то, что вот у нас есть вот такой вот красивый коридорчик. С этого коридорчика, а вот мой сынуля, привет, говорит, господи, что с твоими волосами? What's happened with your hair, baby? I was wearing my hat. Oh, okay. На левую сторону, как бы дом разделен, да, вот так на две части. Две части. Ну, еще вот так вот прямо это зал. Ну, как зашли на левую сторону, еще идем по коридору. И вот на вот этой левой части дома у нас 3 спальни. Вот спальня номер 1. Ну, все они такие стандартные, да. В каждой спальне есть вот такой вот шифонерчик для вещей. Так, направляемся в другую спальню. Вот еще через дорожку еще одна спальня. Ну, у нас здесь был этот офис. Далее идем. И вот еще одна спальня. Здесь была у нас малыша комната. Вот так. Продолжаем двигаться. А здесь, в этой комнате, это была спальня мамы. Так, продолжаем двигаться. Вот это вот одна ванна с туалетом, которая принадлежала этой части дома. Вот так вот. Ну, не такая большая, но не так плохо. Далее. Идем по коридорчику. Видите, здесь еще одна кладовочка. Вот это вот, что хорошо, в этом доме тоже было много кладовок. Здесь кладовка, здесь кладовка. В эту часть дома идем. Вот это, где у нас прачечная, такая, тоже не маленькая прачечная, но в ней не было столько шкафчиков, сколько сейчас в нашем доме мы сейчас имеем. Гораздо больше, шкафчиков, куда можно вещи складывать. Поэтому, конечно, лучше у нас сейчас. А вот это вот гараж, наш гараж на 2 машины. И что хорошо в этом гараже, что даже в гараже есть кладовки. Видите, вот здесь есть кладовка. И вот здесь тоже
кладовка. То есть очень небольшой, да, дом, но очень вместительный. Так, выходим отсюда, заходим вот сюда. Вот это то, что у нас было, наша спальня с мужем. Master bedroom. Да. Далее, master bedroom. Это вот это наш master bathroom. То есть наша ванна с туалетом, только мне и мужу, да? Вот, ванна стоячая, или как, душевая кабина. Вот так на два человека умывальники. Большая такая ванна, где можно принимать ванну, пить шампанское. Ну, это я шучу. Туалет вот такой отдельный со своей дверцей, что немаловажно для меня лично. И еще, что мне очень-очень-очень-очень нравилось в этом доме, это то, что у нас с мужем были две раздельные гардеробные. Вот это вот была моя, а вот это вот была у мужа. Две раздельные гардеробные. Короче, ну, хорошая ванна с туалетом здесь. Ну что ж, пойдем дальше. Закончили с нашей спальней. Вот узнаете дверь, да? Дверь входная, коридор. И вот так вот прямо у нас зал. Зал. Камин, телевизор висел вон там. Что мне очень нравится в этом зале, это вот эти вот большие окна во весь рост. Ну, вообще, зал такой большой, светлый, хороший зал. Вот здесь у нас была наша столовая. Небольшая, конечно, сейчас у нас гораздо больше. А это кухня, вот с такой барной стойкой. Вот такая вот была кухня. Тоже небольшая. Конечно же, сейчас кухня у нас больше. А вот зала. Дверь, выход на задний двор. Не знаю, если вы мои видео раньше смотрели, то, наверное, узнаете вот это вот место. Это где я очень часто готовила. Мое любимое fire pit. Как это называется? Где костер разжигаешь. И вот эти вот logs. Деревья. От деревья. Что это? Забыла. Господи, боже, простите меня. Это от деревьев пни. Вот. Вот эти пеньки мы привозили с мужем. Кто-то их отдавал, рубил лес сзади дома, кто-то их отдавал, и вот мы с ним. Господи, как вспомню, как мы их тащили до его машины, и потом сюда катили эти пни. Ну, вот у нас получилось такое красивое место, где мы могли сидеть, отдыхать, готовить еду, наслаждаться. Вот наш двор. Довольно большой двор. Но наш, который у нас сейчас, где-то в 3 раза, наверное, больше. А вот это вот персиковое дерево я сажала. Фрукт пока еще не дает. Может быть, в этом году даст. Здесь у меня еще небольшие отростки инжирного дерева. Но вот это вот, я извиняюсь, сейчас зима. Конечно же, эти деревья выглядят страшно. Но это мое любимое инжирное дерево. И оно дает очень-очень много фруктов каждый год. Вот так вот. Дом. Вид дома заднего двора. А, ладно. Присела на пенек, на пасашок. Дом 170 квадратных метров. Не помню, я это сказала или нет. И продавать будем за 280 тысяч долларов. Не знаю, думаете вы, это дорого или дешево. Я думаю, нормально. Для такого дома цена хорошая.
Так что пожелайте нам поскорее его продать, потому что платить за два дома – это очень накладно. Поэтому вот муж белит, красит. И надеемся, что скоро его продадим. Вот так. Ну, если вам что-то еще интересно, или я что-то забыла вам сказать, рассказать, показать, пишите. Я потом вам отвечу, расскажу, или напишу, или еще видео запишу. Короче, пишите, не стесняйтесь.